Сегодня мы открываем первую такую встречу, круглый стол в рамках вот нашей планируемой серии круглых столов, организованных Центром стратегических исследований при президенте Республики Абхазия, посвященном обсуждению наиболее актуальных тем или проблем, волнующих общество, которые стоят перед нами в данный момент. Здесь представлен широкий спектр людей, которые и профессионалы, и законодатели, министры. Надеюсь, что мы сможем провести такой профессиональный, откровенный и объективный анализ ситуации в тех областях, о которых мы будем говорить, вот, для того, чтобы наши люди поняли о том, что, где мы стоим и какие проблемы стоят, и какие есть пути их решения. Вот, мы решили посетить первую встречу вопросом экономики, поскольку на экономике завязано очень многое, решение многих проблем, которые перед Абхазией стоят. Без правильного движения в области экономики многие наши планы не будут реалистичными.